Всем привет, с вами Робот Инкинг, и сегодня поиграем в игру под названием Horrific Housing, и здесь не спрашивайте, почему тут играет музыка из Блейдбола. Здесь у нас проходит ивент The Games, и, короче, тут Сникерс что-то делает там. О, музыка из Блейдбола пропала. Так, давай наблюдаем за Сникерсом. Вот я зашел, он ко мне зашел. Он начал играть, я не начал играть, давай. Что он тут делает? Что за жопа тут происходит? Я не помню, чтобы такое было в... Ну, я давно не играл, в принципе, игру, да. Тут у нас какие-то уже... Что это? Какие-то каньоны. Водичка. У него какой-то подарок. Что-то получил. Яд. Молодец. Что за хрень? Испугался. Значит, смотри. Здесь есть ивент, если ты не знал, в Roblox сейчас идет ивент. И здесь у нас есть ивент, я вот уже тут три кристаллика собрал, и квестик с уткой, которая с Блейдбол музыкой играет, прошел. Значит, я хочу посмотреть, какие тут еще квестики есть. О, два игрока, это у нас Сникерс, вон какой-то, ладно. Флэш Флут. Кто выиграл? Мне интересно. Сникерс выиграл, ура! Молодец, Сникерс. Они вдвоем выиграли, что ли? Так, смотри, стак. Оружие, ну, давай оружие, там то, что рандомно, может, крутая вещь попасться. Тут у нас какой-то орги-бурби, я не знаю, что, зачем он. Вот орги-бурби. Значит, смотри, тут у нас The Games, вот видишь, The Games. Миллион раз тут написано The Games, если ты не понимаешь, о чем речь. Выполняйте квест, собирайте кристаллики. Новый режим Islands. А, возможно, вот эти каньоны и были Islands, окей, прикольно. И там что-то еще внизу было, ну ладно. Давайте начнем играть. Тут реально интересно, если ты не знал. Тут реально очень интересно. С друзьями очень интересно играть. Прям мега-мега интересно. Тут у нас какие-то зонтики. У меня молоток. Молоток это оружие. Окей, я хорош. Стой, спрячемся. Мне кажется, меня сейчас убьют. Базука с одного удара убивает. Наверное. Капец, у меня тут ярко, ё-моё. Так, а дальше какие там квестики? Выжить подопа, вода. Короче, вода. Так, я этого черика сейчас по жопе надаю. Иди-ка сюда. Так, не надо, Сникерс, давай-ка. Пошел отсюда. Нет! Нет, Сникерс, я только зашел! Вот видишь, он злой. А, он тоже сдох. Чего, покажи-ка мне себя. Где он? А вот он. Ну как тебе? Нравится? Так, босс. Так, окей. Я квестики не дочитал. Остров. Выиграть раунд в режиме острова. Убить всех игроков в команде врага. Ок-го. Шо ок-го? Это, я это сделал по приколу, говорит Сникерс. Понятно. А вот флэш-флут. Есть шанс 60% заспавниться в каждом раунде. То есть, вот то, что там Сникерс плавает, наверное, оно и было. Либо, я не знаю. Либо это в режиме таком. Ивент пас. Так. Фу, это один. Забрать. О, я забрал. Это донат. Нужен третий уровень. А, вот эта штука, это третий уровень. Активные бусты. Это шо? Офигеть, тут, конечно, тут флауэ какого-то хрена, как он называется. Дружелюбный цветок! Так, это что, это какие-то... Опять музыка из Блэдбола. Это монстры, какие-то опять мечи из Блэдбола. Так. Эта штука у меня есть, причем, кстати. У меня вроде такая штука есть. Сейчас, я покажу вам. Завидуйте, смотрите, сейчас найду. Она у меня точно есть. Другого цвета вроде. Я нифига не вижу. Ну, вроде у меня такая была, вроде красная. Прям такая самурайская. Может, это, наверное, не тут? Что, фурнитура? У меня аркада есть, кстати. Не, орнамент это вроде снаружи, значит, у меня его нет. Я вам наврал. Так, яйцо. Так. Ой, все тот же яичко. Даже не меняли. Даже модельку не поменяли по картинке. И... НЛО. Блин, они не хотят обновлять яйца. Они все такие же старенькие, как будто я, не знаю, какую-то старую игру зашел. Амогус.
Амогус мой любимый. Где он? Он, наверное, он вроде должен говорить «Сус». Что-то Амогус. Короче, мне нравится Амогус. В любой игре он будет говорить какую-то скучную фразу. Фу, донат. До свидания. А, это у меня вроде есть, я же випка. Я же випка? Да, я випка. Все. Неоновый. Ой, фу. Феникс. Эксклюзивный орнамент. А орнамент у меня стоит? Стой. Да, стоит, чтоб все завидовали. Так. Шо? Алмазный. Ой. Какой-то алмазный, потому что это из алмазного яйца. У меня еще вот такой есть. О, вот это мне надо, смотри. Он светится, вот это надо. Так, колечко, колечко. Какой один блок? Не надо. Колечко. Они реально издеваются, как мы должны выигрывать. Наверное, зря, значит, записывать это видео, да? Потому что как-то мне не повезло с серваком, и все люди хотят страдать. Реально, как на одном блоке стоять? Это же вот, вот такой вот. Вот это мой, смотрите. Его легко заметить, потому что единственный светится. Ни у кого же випки нет, кроме меня, да? Так, здрастите. Вот у меня глаз. Ну чё, круто. Бэтмен тут. Надо сверху смотреть всякий ивент. Так, лед где-то. Надеюсь, не на моем. О, до свидания. Так. Кто-то, короче, с рекламами. Весь экран в рекламе, окей. И чё? Gravity Coil. Надеюсь, мне? На всякий. Нет. Снитчеры сюда или что? Ага, понятно, кому. О, нет. О, нет, фух, я думаю, это на моем, фух, спасибо. Нет, человек сейчас сдохнет, он будет прыгать и умрет. Опять на меня, что ли? А, нет, на тебя, Бэтмен, да, молодец. У кого-то магазин будет, сейчас у кого-то будет место. Вот у кого-то есть место, молодец. Лучше бы мне дали. О, еще один магазин, давай мне. Да блин, Сникерс, тебе вообще хорошо, вот тут у тебя два магазинчика. Я ситх, я кто? Кто я? Я никто. Да что мне так не везет, алё, мне ни один ивент не дали. Да хоть вот эту штуку дали бы лучше. Кто-то сейчас телепортируется. Фух, спасибо, что не я. Ха, вон я вижу кого-то. Дайте мне хотя бы так, я не знаю. Да мне ни хрена не дают. Так он там Gravity Coil, там что-то пуляется. Понял. Чел ситх. Он убил его! Я думал, там один чел. Так кто-то съел много бобов. Ой, кого-то сейчас пердёж начнётся. О, нет, Сникерс, фу, как тебе не стыдно. Жарко? Ну, покушай мороженое. Алло, как будто меня игра отрицает, что я существую. Мне вообще ничего не дают. Да хоть убейте меня уже. Даже тест по математике не дали. Кому-то дали бомбочку. Дайте мне. Ура! Ребят, ловите. Хо-хо-хо-хо, Сникерс, хватит. А, он и так задохнет. Раз. Нет, Сникерс, я тебя не буду убивать, но ты как бы и так сдохнешь от своего пердежа. Опять тут же появилась эта штука. Я знаю, что там ситх. Или кто там, джедай. Ну, вот это, короче, через стенку убью его. Надеюсь, попадаю, потому что я не знаю. Запустить ядерку. У кого-то пчелину улетит. Ой, у меня. Ой. Сникерс, на, лови. Промахнулся, окей. Фу. А, погоди, он сейчас всех убьет, да? Окей. Окей, Сникерс, на, лови. Да как он уворачивается? У меня молоток. Тут обвалилось что-то. Лови. Попал? Да не попал, он улетает, у него там джетпак, что ли, я не знаю. Лови. Вообще мимо пролетел. Если бы у него джетпак был, он бы давно уже полетел ко мне. Но видишь, у него есть джетпак, он не летит ко мне почему-то. Попал или не попал, не знаю. Сейчас, сейчас. Ловушка будет, смотри, ловушка. Он не хочет воровать? А где он? Блин, я его не вижу. Где он? Вот тут точно джедай. Сникерс тут. О, я вижу тебя, Сникерс. Прости меня, но тебе конец. Я тут улью в одном месте.
Куда опять Сникерс выиграл? Так как? О, мне 49 дали, стой. 49 это типа я и получу. Приколюху. Сплив у острова, это как раз ивент. Блин, флаву из-за донат. Фу, ну почему флаву же это круто? Сколько стоит? 399, да. Не буду ради флаву задонатить. Не. У меня вон меч есть. Сейчас будем на островах бегать, да? Сникерс. Кто тут еще есть? Какой-то китаец. А как они эти китайские символы делают, я еще не знаю. Я их уже много раз встречаю. Какой свипер! Боже, какие-то странные люди. Ну ладно. Придется прыгать. Паркур. Кому дадут эльмину? Не знаю. У кого-то так. У кого так? Точно не у меня. Да я предлагаю! Бил шифр. Забрать. Поехали. Сейчас полечу в лифте. Так. Ага. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Закрыть можно, в принципе, не. Оп. Есть, я понял, как это работает, наконец-то. Я вспомнил. Так. Я верю тебе, дядя Стэн. Так, это что, это код какой-то? Блэст. Ладно, Блэст. Код какой-то. Какая-то хрень. Летающая штука. Какие-то штуки. Еще какая-то хрень. А кнопку я не могу нажать. Блин. Ладно. Пойду, что ли? А я не могу пойти. Ну ладно, сейчас раунд начнется. Круто. Пасхалочка, которую, я не знаю, все знают. Блэст. Я не знаю, что значит Блэст, но... Надо выживать. Блэст, ну, типа, солнечный удар, я не знаю. Что-то огненное. Надо бояться. Я застанен. Я бессмертный. Меня телепортнул в какой-то домик. Ладно, я тут буду. Ого, тут диванчик. Который неровно стоит. О, у меня эти штучки. Могу смотреть, сколько хп у кого. Тут музыка играет, что ли? Круто. Ой. Нет! Острова, наконец-то. Сейчас будем плавать, убивать другую Тиму, и надеюсь, я получу ачивочку. Так, я в синей команде, хорошо. Вот это надо убить. Так, жарко, покушай мороженое. Да, у меня нет мороженого. Позже она ходит еще так тупо. Фу, я ее точно переубью. Так, у кого-то мутация. Ну, точно не у меня. Вот у нее мутация, она уже с самого начала мутированная. Так как? Да ё-моё. Так, кого-то сейчас взорвёт. У меня шаг... Экран перевернулся, ты заметил? Я из-за своей анимки не могу, типа, забраться. Потому что моя анимка вот так делает, смотри. Ой, я вижу, кто мутировал, ладно, пофиг. Уйду-ка я лучше. Пойду-ка я туда наверх, да. Вот тут мороженое у кого-то. Какая-то летающая рыба. Вот мутированный, не трогай меня лучше. Мутированный, кажется, Сникерс. А, нет. Сникерса нет больше. Опять меня телепортируют куда-то. Тихо. Фу. Солнце. О, лето. Ну, как раз летний сезон, да. Летний домик. Значит, я тут буду жить. Все, давайте. До свидания. У кого-то Федора. Ну, как видишь... Меня игра отрицает, и мне ничего не дают. Так, сейчас где-то будет гроза. Не, не хочу. Ух ты, не мне. Я сижу в домике, да. Тут вообще даже никаких декораций нет. Замечательно. Так, я синяя. А кто еще остался? О, нет. Тут что-то происходит. Сколько синих? Может, я проиграю. Так, кто станет королем? А, так синих дофига, смотри. Три синих, один красный и второй красный, третий красный, четвертый. А, ну ладно, там зомби. До свидания. Что это? А, тебя откинуть, что ли? Ну-ка, иди-ка отсюда. Иди-ка отсюда. Что происходит, я не понимаю. Супер панч. О, нет, нас заразили. Дебил какой-то. Я королем буду. О, боже. Да, я король, все замечательно. Теперь я бессмертный навсегда. А нет, навсегда. Здрасте. А я бессмертный, что ты мне сделаешь?
О, прыжок. Курочка. Ой, фу-то, алкоголь. Взять, есть. Еще один алкоголь, я туда пойду, ребят. Капец, я король. Зомби-король. Так. Маленький домик лови. Пиво. Что это реально? Это не пиво, а что это? Я вообще не понимаю. Вот еще одно пиво. Я реально не понимаю, что это. Вот как по мнению разработчиков это должно? Что это? Вот пиво? Не пиво это. Пропало. Вот оно. А, типа у каждого свой пиво, да? Потому что вот кто там подошел, не взял, окей. А значит, это мое пиво будет. Я успел. А, это табаско, ё-моё. Ну, текстурку не видно, конечно, блин, будешь думать, что это пиво. А где? А, ой, ой-ой-ой, не надо меня. Я не успею. Блин, не успел. Ну, грустно, не победил. Кто-то убил его, а я не убил. И все, прыжок пропал, значит. У кого-то будет плохое время, сейчас надо будет от Санса уворачиваться. Да почему они мне не дают? Я хочу поворачиваться от Санса, мне не дают. Я такой... такой медленный, что я даже не могу запрыгнуть. О, запрыгнул. Гравити Койл кому-то дали. Как видишь, не мне. Что происходит? Там мутация, мартышки, зомби, там голова рыбака, я не знаю, зомби. Все тут зомби. Кто вообще не зомби? Наверное, в там домике кто-то сидит. Телепортируется за тебя. Ну, опять не мне. Кто в этом домике? Тук-тук. А, ну все зомби, значит, ладно. У кого-то будет плохое время. Давайте мне. О! Так. Я медленный, как мне уворачиваться, я не знаю. О, нет. О, нет. Давай начнем быстрее, пожалуйста. Сейчас умру. Мне в домик надо, серьезно, сейчас умру, реально. На днях, как эти люди, как ты. Тут закрыто, ты издеваешься. Прости меня! Что за микроволновка? Горячая картошка? Кому? Кому давать? Тебе, на. Держи. Я даже не отсалкиваю. Какая-то микроволновка, какие-то... Ну, Санс. От чего я горел, я вообще не понимаю. От солнца? Да и в домике все закрыты были, короче, бесполезно было. С вами был Robot & King, заходите в телеграм-канал. Ссылка на эту игру в описании, если вы не знали. Поиграйте с друзьями, реально интересно. Много ивентов и много приключений.